Ярмарка «Дары осени» впервые прошла в Сарове 8 лет назад. Тогда организатором выступил центр номер 3 при Совете ветеранов ВНЕФ. Далее к мероприятию подключились остальные центры, и теперь организатор выставки меняется каждый год. Это своеобразное подведение итогов кропотливой работы ветеранов на огородах. Праздник уже стал ежегодным событием. В этот раз организатором стал центр номер 2. Сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть, что же вырастили наши ветераны. Ну и, естественно, обменяться посадочным материалом. Хотел бы от Совета ветеранов поблагодарить всех участников этого праздника, кто принес нам свои дары урожая, кто организовал, каждый центр организовал свои столы, выставки. Несмотря на не самую благоприятную погоду, в этом году ветераны ядерного центра смогли получить хороший урожай. Весенние заморозки и летняя жара не стали помехой для пенсионеров. И столы на ярмарке были заполнены морковью и цветами, кабачками и компотом. Мне очень радостно видеть в этом зале прекрасно накрытые столы наших участников. Чего на них только нет. Посмотрите и порадуйтесь. И за тех, кто участвует в этих мероприятиях, и за тех, кто пришел к нам в гости. На выставке нашлось место и творчеству. Людмила Колотухина своими руками вырезала из овощей и арбузов интересные сюжеты. Также для гостей ярмарки выступил ансамбль «Ивушки» с народными песнями. Были представлены предметы рукоделия, вышитые салфетки и скатерти, а также картины, вышитые лентами. Женщина, которая настолько вот разносторонняя и увлекающаяся, она и вяжет, и шьет, и танцует. Все руки мастер. Зовут ее Соболева Надежда Викторовна. В этом году у нас в этой выставке приняли участие многие ветераны, не работающие, которые не только в активе нашего центра присутствуют, но и просто живут на территории нашего центра, за что мы им большое спасибо. Закончился праздник ветеранских организаций ВНЕФ в традиционном чаепитии. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.